12-й игрок. Так назвали свой турнир организаторы, посвятившие его памяти одного из преданных болельщиков Магомеда Урусханова. В товарищеских битвах на зеленом поле сразились юные футболисты Ингушетии и Чечни, но и, как полагается, в соревнованиях победитель всего лишь один. Команды, поделившие пьедестал почета, назовет Марина Баркинхоева. Турнир, посвященный памяти преданного болельщика ингушского футбола Магомеда Даудовича Урусханова, был организован его родными при содействии Федерации футбола Ингушетии. За победу боролись 8 команд из различных районов Ингушетии и Чечни. В качестве почетных гостей за баталиями на футбольном поле наблюдали представители парламентов, спортивных министерств обеих республик и руководители муниципалитетов. Я решил организовать этот турнир в честь моего дяди, в честь него я и команду для него создал когда-то. Его сегодня нет с нами, но он был истинный болельщик Ингушта, всего войнавского футбола, если честно сказать. Болел всем сердцем и душой. Поэтому я решил впервые на моей памяти собрать команды, играющие в чемпионате Чечни и играющие в чемпионате Ингушетии. Настрой участников турнира на хорошую игру чувствовался с самого начала. Практически все матчи были напряженными. За обладание мячом и главенство на половине поля соперника игроки каждой команды боролись упорно и с азартом. Болельщиков в итоге игроки порадовали яркими передачами, упорной борьбой и опасными моментами у ворот противника. Такие турниры объединяют. Они передают опыт, культуру футбола соседних регионов. Будем заниматься, будем чаще проводить такие турниры, будем поминать тех людей, которые болели за наше общее дело футбол. По итогам сыгранных матчей чемпионом турнира стала команда «Хамхи» из города Сунджи. Второе место заняла команда «Марта» из Ачхоймартана. И третье место поделили между собой «Дюсаша» на Зрани и команда «Лестер» из сельского поселения Зязиков-Юрт. В качестве трофеев победителям достались кубки соответствующих степеней и грамоты. Всем участникам спортивного праздника вручили также памятные подарки. Марина Баркинхоева, Наиль Цичоев, Ахмед Исмурдиев, Вести, Ингушетия.